для подавляющего числа российских бегунов и жителей других северных стран, под ногами у которых зимой постоянно лежит снег, возникает множество проблем в беговых тренировках. Одна из таких проблем – это как делать специальные беговые упражнения. Для тех, у кого нет под боком такого великолепного изобретения, как легкоатлетический манеж, этот сет специальных беговых упражнений надо видоизменять. Его надо оттуда вытаскивать упражнения, которые связаны с акцентированным отталкиванием, потому что как бы хорошо бы у нас под ногами не был спрессован снег, какой бы он ни был мокрый, отталкивание меняется, возникает момент проскальзывания, а этого ни в коем случае нельзя допустить при исполнении СБУ. Вот мой вариант сета СБУ для бегунов, который делает его зимой аутдор, на улице. Начинаем мы с семенящего бега, затем высокое поднимание бедра, потом снова семенящий бег, потом прыжки на стопе, снова семенящий бег и попрыгушки. И заканчиваем мы снова семенящим бегом. Поэтому у нас сет из 7 отрезков, но по сокращенной схеме количества упражнений.